Следующая машина, которую мы будем с вами обозревать, разыгрывается в рамках Сочи Покер Фестиваля Гранд Финала. Розыгрыш называется «Автопати», и разыгрываться она будет 23 декабря. Я всегда мечтал сделать вот такое действие. Это знаете, когда вот ты вот стоишь возле машины, и тебе нельзя за нее зайти. Но сегодня нам это сделать можно. Погнали! В общем, это Lexus. Lexus красный, в котором вы сможете возить картошку, если вдруг. Я уже полазил в этой комплектации, она в принципе, ну, такая средненькая. И, кстати, казино за это огромный лайк, потому что они не разыгрывают совсем овощные тачки. То есть она прям, ну, нормальная. Сюда вы сможете посадить тещу. Самое главное место — это место водителя, господа. Запускаем тачку, все работает, все здорово, все функционирует. И здесь начался космос. На экранчиках все заморгало, как будто ты сквозь вселенную полетел. Короче, комплектация у тачки крутая. Она нормальная. Единственный вопрос просто, почему она красного цвета. Вот эти красные вставочки. И момент истины. Есть ли в ней что-то спортивное или нет? О-о-о-о-о, полегче, полегче. Звучит она, к сожалению, как обычная стандартная. F-Sport подразумевает собой комплектацию в виде дисков, сидений красных, гоночных, понимаешь? То есть ты как бы прикасаешься к культуре спорта, ну как бы ты и не спортсмен. Тачка на самом деле прикольная, мне она очень нравится по дизайну и очень нравится по салону. Ну, по крайней мере, жене я бы такую купил, отвечаю, купил бы. Мне кажется, ей бы она тоже понравилась, поэтому вы ее можете выиграть как минимум для жены. Для любовницы тоже, кстати, можно ее выиграть. Да, здесь вот ваниш залит. Все-таки назад я на ней сесть могу. И мне здесь даже комфортно. На самом деле, кстати, вот у меня гражданская машина Mercedes. И я хочу сказать, абсолютно ответственно заявляю сейчас вам, что здесь места больше, чем в GLE. О-о-о, здесь знаешь, какая крутая движуха есть? Когда это все включается сенсором, так просто руку подводишь, чпок, так раз, включил. Не надо нажимать никаких кнопочек. Круто же, да? И тут вот еще курсор есть, чтобы по навигации водить. И красная, красная Алькантара. Сиденья такие, типа, гоночные. Но она же, типа, F-Sport комплектации. Но, конечно, она не гоночная. В ней можно ехать самому, с женой, с тещей, с любовницей. И еще и ребенка своего подзакинуть. И арбузов пару в багажник. Большой плюс у тачки, что она семейная. Что она действительно может перевести в себе большое количество полезного груза, полезных и не очень полезных людей. У нее очень красивые фары. У нее, ну, она реально как по дизайну прям очень красивая. У нее очень крутой формы зеркала. Вот такие вот капельки. Решетка, но она реально сексуальная. Я бы, если ее выиграл, отдал бы жене. Мне кажется, она ей очень бы подошла. Красная, красивая, такая выделяющаяся. 23 декабря в рамках Сочи Покер Фестиваля Гранд-финала, розыгрыш называется «Автопати», и все вот эти вот подробности вы можете узнать в официальном канале Инстаграме казино Сочи. Удачи, я думаю, вам повезет.